урале ваши дисковые тормоза будут гореть на многочисленных поворотах. Асфальтовые дороги поведут вас в горы. Остерегайтесь плотной облачности, так как при этом высоко в горах снижается видимость. Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить Колин Макрей Ралли 2.0 для первой PlayStation. Со всеми этими стримами и прочими конкурсами, конечно, немножко Колин Макрей ушел на второй план, если не на третий, четвертый. Ну и не в последнюю очередь, это, конечно, Италия. Мне просто не хотелось возвращаться, если честно, потому что здесь этот монстр. Я периодически все-таки катал, но не так много, как хотелось бы. Вот вроде бы все-таки подобрал настройки. С этими настройками машина управляется очень хорошо. Проблема в том, что даже этого недостаточно, чтобы здесь хорошо проехать. Почему? Потому что трассы просто кошмарные. Тут такие серпантины какие-то нереальные просто, что их есть места, которые надо реально наизусть знать, и пока их не закатаешь, не вкатаешь в память, не получится хорошо проехать. В общем, я перед записью этой серии прокатился, вспомнил трассу, так скажем, спецучастки. Ах, блин, забыл про этот поворот. Освежил в памяти, потому что не ездил уже, наверное, не знаю, неделю в него. Вот, и финишировал 7-м. Это лучший мой результат. Поэтому сейчас решил поехать на запись. Думаю, что... Подумав, что этот... Эта попытка может получиться успешной. Всего, наверное, эта попытка у меня, где-то 8-я. Вот. Может быть, 9-я. Но не больше. Я не так много ездил, говорю, что... По Италии, как, может быть, хотелось бы. Вот. Ну и так как замаячила впереди первая шестерка, я решил, что вполне можно попробовать. Вот смотрите, что творится. Это просто жесть. Прямых участков нету абсолютно. Много, конечно, приходилось с настройками. Очень много с настройками экспериментировал. Ставил самую короткую коробку передач, но она все-таки слишком короткая. Есть тут... Ну как, прямиков нету, но это не совсем шпильки, поэтому поворот обычно третий и четвертый. Вот это просто символ Италии. Тройки и четверки. Вот. И поэтому средняя коробка... Точнее, нет, не средняя, а на одну. Щелкнуть ее на укорочение. Это самое нормальное. Вот, смотрите, улучшил все-таки время свое. Будут тут также, естественно, времена мои. Третье время. Никогда я здесь еще третьим не был. Я предыдущий раз вот перед записью тут 5-м был. И это меня уже очень радовало. Насколько я помню, у нас достаточно большой задел по очкам там в чемпионате. Где-то около 14. И преследует-то нас не Макрей, а Бака. Поэтому тут еще все зависеть будет, конечно. Я ни в коем случае... Не питаю никаких иллюзий насчет того, что я здесь смогу там победить или приехать на подиум, тоже вряд ли. Очень это будет сложно сделать. Вот. Но минимизировать потери, я, как уже много раз говорил, люблю это повторять, мы играем в долгую. И поэтому нам главное не потерять, не растерять все преимущество. В принципе... Главное, чтобы Бака здесь не выиграл. Ай-яй-яй-яй. Италия, конечно, это просто кошмар. Я, если честно, забыл вообще
Да, я помню, что я во Франции говорил, что она очень сложная. Но Италия, блин, с ней вообще никакое сравнение. Хорошо, что здесь еще... Ай-яй-яй, вот этот городок, блин, чертовый. Тоже, тут надо вот эти все заковыры помнить. Мало того, что тут сложные повороты, так еще есть участки такие, где развилки есть, и они такие неочевидные. Жесть просто. В общем, Италия, да, это ночной кошмар, наверное, всех роллистов. Вы просто гляньте, что творится, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тут и двойки пошли вон поворота. Не сглазить бы, но, блин, пока что идем неплохо. Главное много не проигрывать. Основная, в принципе, задача в Италии это сильно не ошибаться. Я так уже примерно понял, как повороты проходятся, даже если, ну, я как бы наизусть не знаю трассу, я ну, понимаю, как повороты проходятся. Там те же тройки, здесь четверки. Четверку можно проходить, допустим, без тормозов. На тройке лучше немножко коснуться, резко буквально педали тормоза, и машина тогда лучше забросится в поворот. Вот. О, здесь тоже, смотрите, чуть-чуть еще отыграл сам у себя. Буквально пару секунд. Ну, чтобы вы понимали, первые попытки у меня были вообще, я здесь приезжал, не мог даже в десятку попасть. То есть отрывы были по 15-16, а то и больше 20 секунд. Машину сильно разбивал, потом научился машину сначала сильно не разбивать, потому что это очень здесь проблематично. Вот. Почти все у нас разбито, но видите, многое, что очень, ну, совсем чуть-чуть. Ну, корпус это ладно, а все остальное, видите, тормоза тут очень сильно страдают. Подвеска, естественно, потому что она очень здесь низкая. Вот, и... кардан, да? Остальное все, в принципе, ну вот, да, не удается починить коробку, но она и почти не пострадала. Что у нас на десятку можно починить? Ага, дифференс. Нет, он 12. Ну давайте турбину починим, хоть она и чуть-чуть, совсем. И давайте засейваемся. Я, в принципе, предыдущий раз, когда ехал, после двух этапов я был пятый. Я думаю, блин, давайте... Давай-ка засейваюсь, мало ли чё, на всякий случай, но сейчас-то как мы проехали лучше, перезасейваюсь, вот, на соседний слот. Ну что же, и продолжим. Третий спецучасток. Ну и вот, в общем, сначала научился машину не коцать. Проезжал, как бы, скажем так, нарочито чуть медленнее, чем мог бы. Ай-яй-яй. Ну и основной задачей у меня было не разбить машину. Ну а потом уже начал на скорость тренироваться. Ну, опять же, все это в процессе там подборки настроек. Вначале я пытался совсем сильно сместить. Нет, сначала я даже наперед смещал дифференциал, чтобы больше перед греб, но из-за этого очень сильно страдала поворачиваемость, и я от этого достаточно быстро отказался. Вот. Сместил акцент назад. Ну и вот с этого момента так более или менее пошло. Потом начал там с управляемостью, с чувствительностью экспериментировать, с силой тормозов. В общем, тормоза тут действительно, как сказали в превьюшке, очень сильно страдают. И они, потому что они здесь, ну, на максимальную здесь надо настраивать прям. Чтобы, едва коснувшись к тормозу, они прям схватывались.
принципе, тут сильных торможений долгих и нету. Здесь тормоза служат, чтобы, ну, у меня, по крайней мере, я так делаю, буквально, чтобы просто помочь машину закинуть поворот. То есть чуть-чуть их касаешься, и так как акцент еще назад чуть-чуть смещен, машина лучше забрасывается в поворот. Они тут очень резкие. Вот. Поэтому нажимаешь тормоза очень часто, но очень непродолжительное время. Наверное, если бы тут тормоза еще и подолгу нажатыми были, но они бы вообще тут, не знаю, горели бы. В общем, настройки действительно это очень большое дело. Очень большое. И даже не знаю трассу. С хорошими настройками уже можно ехать. Но тут еще надо было вот научиться приноравливаться именно вот к этим вот поворотам. Поначалу я сильнее тормозил и терял на этом время. Вот, потом понял, в принципе, свою ошибку. Гляньте, на 0,01 хуже проехал, чем предыдущее свое время. Ой, ну пока идем... Так. Это здесь третьими, ну и в общем идем третьими, офигеть просто. Даже мыслишки начинают закрадываться, но нет, 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 не надо самому себя настраивать на какие-то высокие результаты, потому что разочарование тогда будет более сильным. Нет, не думаю, я не думаю, что здесь что-то получится. И хорошо, что Дугас пока лидирует. Да, тут, кстати, не будет ночных этапов. Вот это самый такой темный на закате. Такой гадский этап тоже вот этот. Противный. Ого. Такого еще у меня не было, чтобы я с первого допа лидировал. Вот, сейчас начнутся открытые повороты, и это вообще палево здесь. Еще с камнями. Очень сложный этап. Я думаю, здесь начнется падение. Ну ладно, посмотрим. Конечно же, буду стараться. Я как сказал, ключ к успеху это не ошибаться очень сильно. Пока, в принципе, вот, больших ошибок у меня тьфу-тьфу не было. И это самое главное. Вот эти вот развилки просто меня убивают. Столько раз я тут не туда поворачивал. Вот улетал. В рекламные щиты врезался. Неужели ж Италия настоящая тоже такая извилистая? Это же просто кошмар. Тут есть настолько... Вот, блин, вот... Там тоже вот ошибался, помню. Смотрите, что творится. Я аж почти на шепот перешел. Ой-ой-ой. Чуть не ушел вправо. Если эта игра по 99-му сезону сделана, то... Тут выиграл в реальности Томми Мякинен в ралли Италии. Вот. Он на Лансере у нас на шестом. Ух ты, си, 1,5 секунды всего, офигеть. Блин, пока тащим, ребята. Ну и, короче, Лансер шестой, но у нас Бакка на Королле едет. И... Ого! На 9 секунд я тут лучше проехал. Вот видите, значит, тут была у меня ошибка серьезная какая-то. Сейчас проехал, в принципе,
без ошибок серьезных и сразу насколько свое же время улучшил. Офигеть. В общем, зачете на второе место. В 4 секундах всего, даже меньше. От Пижохи Дугас. Обалдеть. Так, это у нас какой был спецучасток? А, 4-й. Что-то я. Так, ну вот опять подвеска, да, пострадала, тормоза, корпус страдает, все остальное. А. Так, совсем по чуть-чуть, блин, 4 минуты осталось. Ну и ладно, 4 минуты. Менять мы не будем. Курите тогда, ребята, оставшиеся 3-4 минуты. Ну и давайте тогда засейваемся, да, потому что блин, второе место, круто. Пока что тащим, ребята. Обалдеть, я никогда, я уже думал, все, на Италии закончится мое прохождение Колин Макрей второго. Ох, сейчас главное, короче, не вылететь из шестерки. Потому что, по крайней мере, последние 2 спецучастка очень сложные. Там реально можно все растерять. Ай-яй-яй. Че, говорит, прямая? Нифига там прямая у тебя. Видите, тут настолько Италия суровая, что тут... Даже прямые в виде змейки. А, итальянцы. Вот макаронники, а. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что вот. Что, сглазил сам себя, что ли? Главное не допускать вот таких всяких ударов, вылетов серьезных. Далеко куда-то, разворотов. Что все сразу уезжают. Просто уезжают. Ай-яй-яй. Блин, 8 секунд. Ну это что я и говорил. Вот что это там за выступ такой был? Не может быть, что в реальности вот такая трасса была настолько сложная. Охренеть просто. Там в описалове еще предупреждали, что какие-то... Чё тут, куда ехать-то? Ё-моё, чё это было вообще? Ох, итальяшки, а вы не могли вот построить просто какую-нибудь автостраду вообще без поворотов? Понаделали тут развязок. Блин. Да куда здесь-то ты куда впендюрился, а? Просто все закосячил. Блин, а еще что фигово? О, финиш. Охренеть. 13 секунд. Ну вот это примерно. Да, тут и так-то время, судя по всему, было не особо у меня. Всего 2 секунды уступил сам себе. Но проехал плохо. Да. Блин. Четвертый. Сразу на 4 место катились. Главное, короче, не упасть на 7, блин. Это будет очень обидно. Очень короткий спецучасток.
Но на нем я тоже умудрялся столько времени терять, это какой-то кошмар. Капец, он не переставая надиктовывает что-то. Тоже, блин, язык сломать нужно. Блин, такой контроль машины тут нужен. Вообще. Опять развилки эти. Ненавижу развилки. Ой-ой-ой-ой. Чё это было? Блин, а. Короче, ребята, я на вертолете финишировал. Ой, и сразу 9 секунд. Ох, и при том, вы гляньте-ка, все равно улучшил время свое же. Вот видите, насколько хреновое у меня здесь время. То есть, тоже, видать, была еще более серьезная ошибка. 13-й. 9 секунд проиграли. Ну ладно, лидирует Дуга, Стизет второй, Бакка третий. Это пока что радует. Макрей там вообще какой там четвертый, да? Так, подразбилась машина, ну тоже по чуть-чуть везде. Ой, даже не знаю, черт. Не, ну пока идем, пока едем, блин. Ну, я говорю, два последних спецучастка, это жесть. Там сейчас, по-моему, 7-й это будет в обратку. Еще и на 8-м, гляньте, дождь пойдет. Ой, вообще кошмар. Ой. Короче, 7-й спецучасток, это у нас... В обратку будет 4-й, по-моему. Блин, жесть. Так, ну что же. В бой. Главное не просрать все преимущество. В принципе, и в чемпионате сейчас расклад достаточно неплохой. Главное набрать очки. Вот какие-то. Не люблю здесь середину вот этого спецучастка. Но я говорю, мы в обратку едем здесь. Тот же спецучасток, только в обратном направлении. Сейчас опять начнется открытый этот участок с камнями. Ой, там главное никуда не въехать. Не вылететь. Как я люблю, блин, эти развилки. А, да, тихо. Да, и, кстати, ударяться, если ударяться об стенку, то лучше задней частью машины, никак не боком. Потому что боком ударишься, и может просто машина отскочить вообще неизвестно куда. Когда задом, там можно как-то контролировать. Срезалочки хоть есть небольшие, ладно. Блин, ребята, у меня просто в глазах рябит уже. Жесть. Ай-яй-яй, в траву тоже желательно не заезжать, конечно же. Машина настолько низко настроена, что она поэтому по обочинам вообще не едет.
Так, ну вроде проехали эти камни, чертовы, блин, ну все-таки отставание, конечно, большое. А, финиш, наконец-то эта пытка закончилась. Так, ладно, смотрим, что у нас получилось. Что там было написано? Лучшее время установил? Ха, на 1/10, капец. Ой, Бака выиграл. Вот только я сказал, что... Блин, он на второе место переместился. 5 секунд всего от Дугаса. Но хорошо, что последний спецучасток будет очень короткий, опять же таки. Но он будет под дождем, я точно помню. И, блин, 5-е место уже. Главное, слишком много времени здесь не проиграть. Вот видите, всего минута 35, он очень короткий, но очень сложный. Настолько узкий, еще и с дождем. Тут просто сейчас жесть будет. Хоть срезать где-то можно. Но лучше не срезать. Ох, ребята, короче, самое главное, чтобы Бака не вышел в лидеры. Ну и желательно не проиграть нам еще место. Там задел есть совсем небольшой. Как тут можно вообще ездить на чем-то, кроме, я не знаю, велосипеда? Как тут можно на такой тачке здесь вкручиваться? Охренеть. Штурман, у тебя язык целый, не поломал еще. Стенограмму читать. Вообще, блин, дождь этот еще... Машина просто скользит. Кусок мыла. Так, 5 секунд. Ну и что же мы имеем? Ого, я на 4 секунды свое время улучшил здесь. Так, 7-й. Бака 4-й. Ой, отлично. Может, его еще кто прошел, а? Ах, нет. Киза 3-й остался. Ну и я 5-й, отлично, не прошел меня этот Эриксон, наш партнер по команде. Наверное, его придержали. Ох, ребята, ну все, короче, ладно, Бака 2-й, 8 очков, у него преимущество было, точнее, у нас над ним 14 очков. А, в итоге сколько он отыгрывает? 6, да? 6 очков, 8 остается. Преимущество... Мы финишировали 5-м. Да, точно. 8 очков. Бака 2-й. Единолично уже. Все. Официально у нас один только конкурент остался. Это Бака. Макрей, даже если выиграет 12 очков, мы как минимум одно наберем. Нет, все. Он выпал из борьбы за титул. Ну и 8 очков, надо сказать, комфортное преимущество-то. Достаточно будет... каким-то четвертым приехать в Великобританию. Ну, Великобритания тоже, конечно, не подарок, но она ни в какое все равно сравнение с Италией не идет. Так, ладно, небольшое объявление. Я в группе у себя создал обсуждение, и там можете, в общем, заходить в группу и писать свои пожелания, что вы хотите, какую игру, чтобы я следующий прошел. Потому что это для меня будет проще, да и для вас. Ну, больше даже, наверное, мне будет проще искать ваши варианты не под каждым видео, коих у меня уже много, а вот в одной группе, точнее, в одной теме все будет это сконцентрировано. Так что подписывайтесь на группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось, комментируйте. С вами был, как всегда, Скудер.
и канал «Ни слова об играх». Увидимся и услышимся в следующих видео. Все, всем пока-пока.